Всем добрейшего времени суток, с вами Свет Небеса Жизни. Сегодня будем открывать сундучки. Сразу надеюсь на то, что мне повезет, и надеюсь на то, что выпадет что-то хорошее. У меня заранее заготовлено 1500, сами понимаете, что надо намного больше, но тут для себя принципиально решил, что буду открывать вот как раз данную подлодочку. Дело в том, что мне очень, конечно, нравится то, что у нее неплохая скорость относительно, и то, что это все-таки премиум подлодка, и теоретически могу получить бесплатно. Если говорить про танки, ну, скажу как есть, мне не нравится то, что отсутствует сразу бронирование. И, кстати говоря, на что-то мне... Ну, видим, что тут даже не показано само бронирование, это очень странно, вот. Меня это напрягает в этом танке. Мне кажется, что его вообще нет, 0 мм везде, раз уж так скрывается все. Ну и данный БТР меня тоже не сильно устраивает, хотя 6 левел. Что же касательно кораблей, почему мне хочется корабли? Ну, подлодки, да, в первую очередь подлодки, я очень люблю играть на них. И, возможно, скоро будем на них как раз и играть. Делать летсплей. Но здесь, смотрите, здесь у нас кораблик максимум 3-го тира. То есть это очень слабо считается. Но все равно посмотрим, что выпадет. Погнали. Кстати говоря, нет разницы, откроем мы 10 или 1. Поэтому давайте для начала откроем 4 по 1. 4 по 1. И потом откроем на максималочку. Ух, слабовато. Ключик можно, пожалуйста? О, вот это неплохо. Вот это неплохо. Хотя мне их и так много, но все равно. Лишними не будут. Куда? Куда? Там что-то за сотку перевалило. Вы чё? Вы чё? Ладно, ластовый, давайте посмотрим. Ну. Да, хорош. Ну что, давайте сразу десяточку. Мне вот интересно, будет ли анимация или нет. А, анимации не будет, я понял. А, будет, все. Оно просто будет вот так, я понял. Ху, вау. Но мне голдишка нужна, потому что у меня будет в будущем план купить подлодку премиумную 2-го левела. Слабо. Ху, неплохо. И последний. Не обрадовал. Но, ребята. Нам осталось очень мало деньжат. Буквально немножко. И вторая подлодка у нас в руках. Ну что ж, это был первый выпуск. Если вдруг ролик кому-то понравится, то обязательно по завершению данного батл пасса будем делать еще опен кейсики. Спасибо за просмотр. Всем пока. Всем добра.